господи, Бонд, у нас тут реальный Фредди-аниматроник, это просто жесть! Господи, почему вы все умираете, что происходит? Почему он так светится, вы это видите? Здесь какая-то кровь, ты это видишь? Чё творим, кроме меня зовут Саркион, если просто срау же! Переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Супрем-банде! Самый лучший банде на ютубе, ведь бро, предотвремя Супрем-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, брат, тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Супрем-банде! Самый сильный банде на ютубе, банди! Также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Ты Супрем-банда, сегодня у нас реально жесткое видео! Потому что в одном из прошлых видео мы поймали Фредди-аниматроника! Только вдумайтесь в это, живого Фредди! И банда в том видео пообещала, что за 10 тысяч лайков я разрежу Фредди! Да, банда, это свершится! Прямо сегодня я разрежу Фредди, посмотрю, какие у него внутренности! Да мы вам интересно увидеть, какие же внутренности у настоящего аниматроника! Именно поэтому, банда, у меня все готово! Нож, перчатки, даже маска, да, с помощью которой мы можем прятаться от аниматроника! Да, банда, это реально жесть, мы специально сделали такую маску! Здесь такая сторона, вот здесь такая! Тем не менее, банда, в прошлом видео аниматроник сам нам попался! Он просто сломался! И мы просто пришли, его забрали и отнесли в подвал! Там же его связал цепями, чем только можно! Чтобы он уже точно оттуда не выбрался! И банда, аниматроник все еще у меня в подвале! Именно поэтому, бандит, давай на это видео наберем... Нет, не лайки, давайте на это видео наберем 100 тысяч комментариев! Да, бандиты, лайки уже остарели, они никому не интересны! Именно поэтому, бандит, опускайся ниже и оставляй свои комментарии, штук 10-100, не важно! Давайте реально на это видео наберем 100 тысяч комментариев! Пишите все, что угодно, а тот, кто напишет самый большой комментарий по поводу следующего видео, даже придам ему привет! Так что, бандит, давай опускайся ниже, пиши комментарии! Ну и лайк уже не забудь! А тем временем, банда, мы идем 3-0 именно в то время, когда живать Фредди аниматроники, и идем его вытаскивать из подвала! Йоу, окей, банда, мы уже в подвале, мы сюда спустились. И просто глядя, там реально Фредди-аниматроник. Выключи свет, чтобы он тебя не увидел. А то если он начнется, у нас могут быть огромные проблемы. Окей, банда, просто посмотрите, там реально Фредди-аниматроник, он стоит. Я делал на него все цепи, которые только были у меня дома. Тем не менее, Настя, тихо, спускаемся вниз и смотрим на Фредди. Что ж, банда, окей, мы спустились в подвал, это такая жесть. Господи, какой же он страшный, банда. Просто посмотрите на это реально Фредди. Господи, даже его шляпа. Черт, Настя, ты это видишь? Да, я вижу, Сереж. Это такая жесть, банда, чёрт, здесь реально аниматроник, он в моём подвале, он просто сломан. Бандиты, у меня есть специальный фитнес-браслет, который измеряет давление и пульс. Да, банда, он реально измеряет пульс. Окей, сейчас вам покажу, просто посмотрите. BPM, пульс мой. И сейчас он измерит мой пульс и покажет, какой же у меня пульс. И в общем-то, банда, у меня такая идея, что если этот браслет подцепить на Фредди аниматроника, проверит ли он все еще живой, проверить его пульс. Это реально безумная идея, банда, именно сегодня я хочу это проверить. Окей, банда, посмотрите, вот мой пульс, 62 в одну минуту. Это реально мой пульс, банда, и сейчас его один у этого аниматроника Фредди. И посмотрим, какой же пульс Фредди. Окей, банда, я одел браслет на Фредди аниматроника. Вот его рука. Чё, что ж, давайте включим BPM, проверим его пульс. Вот BPM я зажимаю. И теперь он проверяет его BPM. Просто посмотрите, банда, он реально меряет его пульс. А что, если у него реально сейчас будет пульс, банда? Окей, что ж, у него реально есть пульс. 76, вы это видите? Он живой, господи. Подумай только, банда, это существо, оно реально живое. Все еще. Получается, он не умер, он все еще живой, он просто сломался. Окей, банда, что ж, посмотрите на него, это просто жесть. Окей, Настя предлагает нести его уже в дом и там уже приковать цепями, чтобы он не выбрался. Да, давай. А то он для нас здесь составляет огромную опасность. Все с такими в подвале, не в доме, он может просто-запросто нас напасть. Да еще к тому же он живой, банда. Окей, банда, что ж, мы уже в доме, мы привязали Фредди к столу. Это такая жесть. Он реально живой, банда, просто посмотрите. Держи его крепко, чтобы он не выбрался. Мы на всякий случай его обязали этими цепями, чтобы он точно уже отсюда не выбрался. Окей, банда, мне все еще не верится. У меня в доме реальный Фредди аниматроник. Мы его связали, сейчас будем его разрезать. Это просто жесть, супер, банда. Слышала, Настя? Да, я слышала. Там как будто что-то было. Черт, Настя! А что если ты вернулся Бонни, Чика и Фокси за Фредди? Господи, что делать? Я не знаю, Настя, ну что, если это реально не вернулись? Черт, Супрем-банд, это просто жесть. Похоже, в этот дом вернулись Бонни, Чика и Фокси. Они хотят забрать Фредди. Они хотят его спасти. Пусти Фредди, он все равно без сознания. Давай просто пойдем посмотрим, где они там. Черт, банда, они реально вернулись. Ну как, Настя, там что-то видно? Вроде бы нет. Черт, стой, мы забыли. Господи, Супрем-банда, вот же ж маска. Настя, возьми маску, чтобы если вдруг появится кто-то из аниматроников, прикройся маской. Я просто закрою глаза, черт. Эй, аниматроники, вы здесь? Бонни, Фокси, Чика. Господи, банда, эй! Черт, здесь никого нету. Эй, Бонни, Фокси. Черт, Супрем-банда, здесь нету. Ну это просто же серия. Я слышал кого-то из них. Настя, ты же сама слышала их голос. Я тоже слышала. Окей, подойди мне меня. Черт, я секунду слышу. Эй,
Бонни? О, господи, мне кажется, это Бонни? О, господи, Настя, посмотри, это же Бонни! Да, я вижу! Это просто шесть Бонни, вы это видите? Почему он танцует? Он все еще нас не нападает! Почему он танцует, Настя? Черт, мне кажется, нас отвлекает, кто-то забирает Фредди! Господи, Настя, посмотри, там кто-то забирает Фредди! Черт! Господи! Черт, это что, стынь в городе? О, черт, господи! Эй, Настя! Настя, очнись! Аниматроники вернулись, они нас снова напали! Супрем-бон, это просто жесть, вы это видели? На нас реально только что напали аниматроники! Бонни из принтера, они Бонни нас специально отвлекал, пока не Фредди! Фредди на месте! О, черт, Фредди все еще здесь! Но почему тогда здесь были Бонни из принтера? Почему они его не забрали? Получается, Настя, они все еще где-то в доме! Черт, что происходит? Я не знаю, что делать, Супрем-бонда! Нужно скорее уже разрезать Фредди, посмотреть, что у него внутри! Потому что Бонни здесь из принтера тоже! Получается, не хотят его забрать, нужно скорее это все сделать, Бонни! Банда! Черт, быстрее, банда, нужно скорее все сделать! Перчатка я надел, потому что я не знаю, что у него внутри! А может быть все что угодно, окей? Разрежем где-то вот так вот, вот здесь вот для начала! Нужно просто взять и проткнуть его! Черт, там уже похоже пришла Чика, банда, вы это слышите? Там реально Чика, нас идем, только тихо, пожалуйста! Где она там? Пока ее здесь не видно, тихо идем! Черт, банда, это просто жесть, похоже, что здесь реально Чика! Господи, вот маска, банда! Я надеюсь, она меня хоть немного спасет, черт! Окей, давайте посмотрим, где там Чика! Скорее, банда, открывай! Черт! Вот уже Чика, банда! Господи, нет, банда, черт! Кто это, банда? Вы это видите? Что это такое? Что это еще за клоун? Черт, что происходит? О, господи, что произошло? Черт, Настя, очнись! Настя, эй, очнись! О, господи, нас напала Чика! Настя, ты в это веришь? А еще здесь был какой-то клоун, вы видели? Это Супрем-банда! Это просто жесть, аниматроники реально пришли спасти Фредди! Да погодите, Фредди все еще здесь или уже нет? О, господи, черт, а почему он все еще здесь? Почему они только нападают на нас? Но почему они не забирают Фредди? Что происходит? Я не вижу смысла тянуть, нужно поскорее его разрезать! А то аниматроники такие будут нам мешать. Что ж, банда, давай же глаза, я сейчас проткну Фредди! О, господи, просто глянь! Черт! Я реально его проткну, Супрем-банда, вы это видите? Просто гляньте на это, Супрем-банда! Я реально разрезаю Фредди, черт! Глядь, у него теперь реально нож, это просто жесть! Окей, но тем не менее, давайте в нем разрежем вот такой вот квадрат и посмотрим, что там внутри! Мне так это интересно, банда! О, господи, банда, это просто жесть, гляньте! Я отрезал, да посмотрите, что у него внутри! Здесь какие-то проводки, банда, как у настоящего аниматроника! Черт, гляньте, здесь что-то отсоединено, видите это? Давайте попробуем его как-то присоединить, посмотрим, что будет! Окей, банда, вот эти вот два проводка вам видно? Давайте попробуем как-то присоединить. Черт, окей, о, я сделал это, банда, я присоединил их, посмотрите. Но ничего не происходит, Супрем-банда, вы это видите? Не, аниматроник, ты там как? Черт, банда, посмотрите, он просто шевелит головой, господи, нет. Рассоединить-то нужно просто убрать. Окей, банда, просто рассоединяем, получается, эта штука поломалась. Именно поэтому не работал аниматроник, потому что у него рассоединены вот эти вот две штуки. Получается, если мы соединяем, то аниматроник начинает работать как живой, как и раньше. Без этих штук он просто как будто мертвый. Окей, банда, соединяй эти штуки, я точно не буду. Тем не менее, банда, я вижу, что здесь ничего плохого нету. Поэтому перчатки. Поэтому можно обойтись и без перчаток. Здесь просто какие-то проводки. Вы это видите, банда, гляньте. Там реально какие-то стрёмные проводки. Супрем-банда, это просто жесть. Нужно, наверное, то как-то засунуть руку, посмотреть, что там внутри. Черт, ты слышала это? Да, слышала. Господи, мне кажется, это спринт-трап уже пришел. Хотя он уже был здесь, похоже, он вернулся. Настя, только тихо идем. О, господи, только тихо, Настя. Черт, Супрем-банда. Мне кажется, он где-то здесь. Просто жесть, господи. Господи, эй. Спринт-трап! Чай, спринт-трап, что с тобой? О, господи, банда, посмотрите! Что происходит? Почему не нападаешь? Что с ним? О, господи, Супрем-банда, посмотрите! Это же Бонни, господи! Почему он нас не нападает? Что происходит? Господи, спринт-трап, что с тобой? Почему он падает? Что происходит? Черт, банда, мне кажется, они просто не могут жить без Фредди! Получается, если не живет Фредди, то не живут и другие аниматроники! Черт, Бонни, нет! О, господи, нет! Спринт-трап, что с тобой? Господи, почему вы все умираете? Что происходит? О, черт, нет! Черт! Что было? Почему мы лежим? Настя, что происходит? Господи, эй, Настя, очнись! О, черт, что только что было? Настя, что там? Что? О, господи, нет, спринт-трап! Черт, что происходит? Он что, умирает? Нет, господи, банда, вы это видите? О, черт, банда, вы это видите? Это просто жесть! Получается, мы с Фредди не могут жить другие аниматроники, вы это видите, банда! Черт, это такая жесть, банда, аниматроники просто гибнут! Окей, банда, тем не менее, нам нужно продолжить эксперимент. Нужно дальше разрезать Фредди, посмотреть, что у него еще есть внутри. Окей, Настя, скорее идем, это просто жесть! Господи, Фредди все еще здесь лежит, просто посмотрите! Там реально куча проводков, вы это видите, Супрем-банда! Эй, Фредди, ты как там? Черт, это просто жесть, банда! Ну что там есть внутри? О, господи, банда, посмотрите, там что-то включилось! Оно просто светится, вы это видите, банда! Настя, ты это видишь, черт! О, господи, глянь, там реально что-то светится, Супрем-банда! Эй, Настя, скорее держи камеру, господи, банда, что там такое? Почему оно так светится, вы это видите?
Черт, Настя, посмотри! Здесь какая-то кровь, ты это видишь? Черт, здесь какая-то настоящая кровь, супербанда, вы это видите? Это просто жесть, что происходит? Что с этим братьем не так? О, господи, банда, я что-то нащупал, черт! Гляньте, что это, банда? Здесь какая-то бумажка, будто на веревка, посмотрите! Эта веревка полностью в крови, черт! Что это вы это видите, банда? Здесь какой-то рисунок и какой-то отпечаток руки, банда, это кровавый отпечаток руки, вы это видите? Господи, гляньте! Здесь еще что-то было, супербанда, посмотрите! Здесь еще какой-то рисунок, вы это видите, банда? Это еще какой-то рисунок! Погодите, он складывается, банда, вы это видите, черт! Это какой-то разорванный рисунок! И здесь еще какая-то одна часть, вы это видите, банда? Черт, посмотрите, я еще нашел еще один! О, черт, посмотрите, это куда-то сюда или сюда! О, господи, еще один какой-то должен быть фрагмент! О, черт, гляньте, здесь еще какой-то фрагмент! Господи, просто посмотрите, банда, мы сложили целый рисунок, вы это видите? Это похоже на рисунок какого-то ребенка! И гляньте, здесь же кровавый отпечаток руки ребенка, и это! Остался какой-то ребенок призвал Фредди, а Фредди его просто убил, вы это видите? Это очень сильно похоже на рисунок ребенка, который пробовал призвать Фредди! Это реально рисовал какой-то ребенок, какой-то погибший ребенок! Это шесть, банда, господи, окей, давайте посмотрим, что там еще есть! Я еще что-то нащупал, супербанда, посмотрите! Что это такое, вы это видите, банда, господи, это какое-то яйцо! И там внутри какая-то жидкость и что-то лежит, вы это видите, банда! Банда, посмотрите, я открываю его, черт, гляньте! Господи, это была настоящая кровь, вы это видели? Эй, Настя, ты это видишь? Да, вижу. Просто глянь, там голова Фредди, какого-то игрушечного Фредди. Получается, настоящий Фредди. Взял игрушечного Фредди, вырвал голову, вы это видите, супербанда. Там реально игрушечная голова Фредди, кровь. Настоящая кровь, банда, вы это видите? Это чертовски страшно. Окей, тем не менее, банда, это просто нужно куда-то отбросить, посмотреть, что там еще есть. Я уверен, что этот Фредди самый настоящий убийца. Он просто был всех людей, которые его вызывали. Мы бы тоже могли попасть в его ловушку. Тем не менее, банда, мы все еще живы. Черт! Я еще что-то начал, супербанда. Там что-то огромное. Господи, что это? Черт, я не могу его даже вытащить, посмотреть. Там реально что-то огромное. Господи, глянь, что это? Это какой-то старый древний фотоаппарат. Глянь, это пленочный фотоаппарат, супербанда, я знаю, что это. Окей, банда, давайте попробуем открыть, посмотреть, что там есть. Гляньте, это реально пленочный фотоаппарат, здесь реальная пленка, черт. Интересно, что на ней, как она здесь вытаскивается. Окей, банда, я вытащил пленку, давайте посмотрим, что здесь есть. Гляньте, она полностью пустая, но здесь есть какая-то кровь, вы видите? Здесь реально засохшая кровь, у нас это видно? Да, видно. О, господи, это просто жесть, гляньте, здесь настоящая кровь, банда. О, господи, ничего не видно, здесь нету ни одной фотографии. Глянь! Перестал гореть свет, ты видишь это? Да, вижу! О, черт, получается, мы вытащили все, что там было! Фредди реально убил все свои жертвы, которые его призывали! Это реально жестко, супербанда, просто гляньте, это реально шесть! Окей, банда, тем не менее, теперь нам нужно избавиться от этого трупа Фредди! Он реально погиб, банда, и наконец-то! Теперь он больше не будет ни с кого издеваться, никого больше не будет убивать! Окей, банда, тем не менее, вы помните, давайте на это видео наберем 100 тысяч комментариев! И также с лайков. Эй, бандиты, вот комменты за прошлое видео. Господи, как они шикарные. Просто тянешь комментарии. Эй, бро, знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего тебе нужно это написать самое большое количество комментариев. И все будет уже в моем видео. Лайк, колокол, много комментов, ты в моем видео, бандит. Эй, бро, помни одно, оставайся.